Всем привет, ребят! Ну что, как и обещал, выбираю три победителя среди видосов, которые есть на канале за последних 3 недели. То есть участвуют видосы до... Вчера у нас что, был понедельник, свершилась обновленная локация. Вот до видоса HBM. Остальные уже идут на эту неделю. Так, HBM волна, это было воскресенье. И берем, у нас еще есть какие-то ограниченные видосы, которые я не выложил. Так, окей, поехали, смотрим. 3 недели назад, новая раста, много халявы. 3 недели, блин, столько всего за 3 недели. 4 недели, в общем, так, определяемся, берем. Десятый этажей ада, разраб, зимняя сказка. Блин, я даже не помню, откуда мы включали. В общем, давайте от Need for Speed. Вот, проходим сюжетку драндулетиком. Вот от этого видоса считаем раз, два. И пошли по линейкам. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, блин, столько всего, 21. Так, это ограниченный минус 2, это 21, 22, 23, 24, 25, 20, так, 25, минус 1, значит, 25 умножаем на 6, это что у нас получается? 150, 149. 25 линеек по 6, там было плюс 2 видоса, минус 2 у нас скрытых, и минус обнова, новая локация, мы будем уже с нее считать следующие. Итого у нас получается 150-149. Поехали, ищем первый видос. Блин, сейчас, конечно, считать, сгенерировать. 146, отлично. Недавний видос, так, это 149. 148, 147, 145, 146. Топ героя со станом, назначение и применение. Ну, все правильно получается. 146, 147, 149. 7, 8, 10. Блядь. Так, а сколько у нас скрытых? Все правильно. Короче, вот этот герой со станом. Это будет раз. Поехали дальше. Генерируем следующий. 38. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, четыре. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 6, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36. Итоги. Нормально так попало. 36 итоги. 37, 38. Проходим БГ. Есть. Следующий видос определили. Делаем сразу же сгенерировать. 140. Так, значит, это у нас сто пятьдесят, 149, 148, 147, 146. Блин, все-таки вот этот 146, а не тут. Я думаю, что-то неправильно посчитал. Так,
50, 49, 48, 47, 46. Все правильно. 45, 44, 43, 42, 41, 40. Пик. Так, отлично. Как раз стремец, жесткий стремец наш попался. Так, окей, поехали. Делаем вот так, Ctrl-C. Сейчас я посмотрю, или все комментарии открыты. Вот три комментария. И стримы, ребята, не пропускайте, стримы тоже участвуют. Все участвуют, любой видос. Home Sweet Home. Загрузить данные. Выбрать случайные комментарии. Тудум. Эдик Кравчук. Кстати, часто вижу на стримах. Поздравляю. Ну, я, в принципе, думаю, что он тут вряд ли спамил. Тут не особо много комментариев. И это радует. Самое интересное, что я его не вижу здесь. Павел. Как-то странно. А, вот есть, два дня назад. Красавчик. А, так, Эдик Кравчук. Эдик Кравчук, так, чтобы тебя не потерять. Ты чё? Ну, я знаю, что у него репосты и все остальное сделано, поэтому тут, я думаю, без вопросов. Первый победитель у нас правильный. У нас также сейчас я покажу вам новых героев двух. Ну, давай, открывайся. Не тормози. Так, есть, отлично. Ну, тут... Все есть, туда я даже проверять не буду. Потому что 3 недели я замахаюсь это все проверять, но я знаю, что у него все правильно сделано. Поехали дальше. Это среди сладких снов мы выбрали. Следующий видос, новости по обнове. Так, это я случайно нажал. Ставим следующий видосик. Новости по... Кстати, кайфовая тема. Выбрать случайные комментарии, их там 47. Дмитрий. Так, новости по обнове, смотрим спама. Даже 45 у меня. Так, вот видите, как-то не отображает правильно. Так, смотрим, проверяем его на спам. Из комментов побольше. Ctrl-F, Ctrl-V. Один коммент, все есть. Давайте даже по страничке проверим. То вы скажете опять, что я где-то что-то. 1-1 есть. Так, айдишка. Будем контакт. Ставим айдишку. Так, ну я думаю, тут тоже все, что надо за 3 недели есть. Сникпики, стримы и прочее. Красавчик. Поздравляю, второй есть. Тоже, кстати, часто на стримах вижу. Отлично. Последний видос. Третий. Следующий я уже сделаю в группе ВКонтакте у себя. Распишу вам, покажу, что и как, думаю, на этой неделе. Так, стримец наш, 35 комментариев, что у меня здесь? Уже 35. Шпротище. Так. Ребята, кого нету в этих видосах под этими комментариях под этими видосами, значит, вы спамите. Я спам весь у себя повытаскивал. Видите, даже под видосами нет. Старайтесь это делать регулярно, потому что YouTube за такое может вас заблочить, как за спам. Поэтому старайтесь. Hellfire Brawl Stars, связь и репост тут. Сейчас, как всегда, интересный. Спасибо, бро. Ай, блин, я не посмотрел.
на YouTube. Нормально я зашел. Ну, я думаю, блин, наверное, отдам третьего. Так уж и быть. Связь, репост, лайк. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы у него здесь были репосты. Я на Ютубе подписки уже завтыкал. Ну, я знаю, что те подписаны. Давайте посмотрим, миллион подписан. Если подписан, простим ему это. Мой гад, сколько у него подписок. Да ладно, не подписан, чувак. Ты гонишь. Какой нафиг? Это просто жесть. Ну, тех двоих я, ребят, знаю, они на стримах часто. Тут я себя не вижу. Либо YouTube что-то не дал, либо хрен его знает. Вот, не знаю. Поэтому, бро, извиняй, я ищу следующего. Никита Лагунов, ну здравствуй, Никитушка. Я думаю, тут даже смысла тоже проверять нету. Он выиграл повторно. Подписка. А где видосы? Не, ну не, это такое не проканает. Никитушка, ты вот недавно выигрывал. Извиняй, но для тебя правила должны быть правильно исполнены. Так. Что вы делаете? Вот я не знаю. Вот вы делаете. Тут подписок. Что-то не подписка есть. А где видео открытые? Я согляну, если здесь сделаны. Здесь сделаны. И здесь я отдам. В принципе, это новый парень. Подписка есть. Я думаю, сделаю. Ну, Никитушка, извиняй. Ты сам виноват. Если бы ты был новичком, это одно. Но ты уже старичок у нас. И ты так профукал. Ребята, еще раз повторяю. Лайки, открытые подписки и открытые видосы на YouTube и на странице, куда вы делаете репост. Ну, в принципе, вы все знаете. Кто не знает, спрашивайте в телегу, мне пишите, либо в ВК пишите, я там со временем вам отвечу. Поэтому не втыкайте, пожалуйста, просто не втыкайте. Так, ну что, поехали дальше. Самое интересное у нас сейчас будет, я вам показал это. Поехали, покажу вам картинку. Два новых героя. Оп. Оп. Сейчас я немножко поменьше. Вот так вот они выглядят. Это два новых героя. Сейчас я даже почитаю, как их назвали. Так, полярный лис и хладный призрак. Ну, призрак и лис, то есть два новых героя. Скорее всего, что лис будет бездонатным, а призрак, скорее всего, будет донатным. Ну, хрен его знает, не знаю, посмотрим. Ну, как обычно, два героя. Вот такая вот темка. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Что я могу сказать? Поздравляю победителей. Ребята, не втыкайте, пожалуйста. Если вы делаете что-то, делайте до конца и делайте это правильно. Все, всем удачи. Всем пока. Самое, хотя даже не пока, вот самое интересное, что будут делать эти герои? Они будут морозить точно так же или нет? Потому что, блин, они похожи до ледяхи, ну и ледяные, как видите, зимние герои. Ну вот вопрос, что они будут делать, очень интересно. Ну, в общем, посмотрим геймплей, думаю, скоро у нас будет. Все, теперь точно, всем пока.